Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor 8X Max. И сейчас я покажу вам, как помочь аккумулятору на вашем устройстве работать дольше. Итак, первое, что мы можем делать, это заряжать устройство в диапазоне от 20 до 80%. Далее мы можем опустить вниз шторку и здесь подключать все ненужные нам в данный момент функции, например, тот же Bluetooth, те же мобильные данные, точку доступа, местоположение. Далее можем перейти в настройки, выбрать раздел «Батарея». Здесь мы можем включить режим энергосбережения, а также режим ультраэнергосбережения. Можем нажать «Оптимизация», и здесь у нас придет небольшая оптимизация. И мы можем оптимизировать некоторые элементы, выключить GPS, выключить автосинхронизацию, автоповорот экрана. И нажимаем «Завершить». Далее можем перейти в использование батареи. Здесь мы можем ознакомиться с тем, как у нас расходуется заряд батареи приложениями. Также можем перейти в настройки экрана и здесь немножечко включить, например, автояркость. Далее спящий режим настроить. Вот, ну и в принципе все. Теперь мы можем перейти в сведения энергопотребления. Здесь мы также можем ознакомиться с тем, как у нас что разряжается. Вот, и заряжается. Далее можем перейти в другие настройки батареи, и здесь мы можем включить сообщение об энергоемкости. Также можем посмотреть, какие приложения у нас энергоемкие, и можем здесь исправить их работу, ну, если такие будут. Можно настроить подключение к сети, когда устройство находится в спящем режиме. Также можно включить умную зарядку, то есть устройство будет изучать, как мы заряжаем его. Также можем включить умную емкость батареи, то есть когда включена данная функция, батарея перестает заряжаться, немного не достигнув фактической максимальной емкости. Можно включить обе функции, можно включить одну из двух. Вот, и на этом в целом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.